быть прокинут либо с той стороны лежать. Участок свободный. Есть? Ну не желтый же, правильно? Нет. Даже вот что-то идет. Это не то, да? Это не то. Точно? А, подожди. Вот, нет, это не то. Это проектор очень похожий. Не знаю. Деду, да? Подожди. А? Гаду. Это не тот, ты не знаешь. Тебя за руку ударил. Положил. Болт там не лежит? Ёбаный бездны театр. А, нормально. То есть, ни хера ничего нету. И... Я подарю, а что, он ушел, что с ним? Два, походу. То есть, кабель мы оставить не могли. Ёбки, зачем? Берем в окно. Это же там не подпут. Не, ну посмотрите, вообще что-то идет туда. Вот это же не его. Нет. А где то, что он вам втыкал? Нет, это видео. Это видео, да. А, вот. Нет, это тут. Не, ну не мог. Блять. Тут бы поверху было, а поверху только поверх. Ага. Зато красиво как. Что скажешь? Ну, все нормально. Нормально? Охуенно все. Еще. А что, тебе нет смысла? Что-то приезжает. Это пиздец. А я жена еще тоже инженер, да? А прикинь, если что-то протянут? Ну, нет, нет, может быть, ничего. Сейчас не было. Там бы все концы открыли. Раз. Ну, выключено. Раз. А. Он же мог в коробку воткнуть просто, нет? Без ключа. Нет? Чего он не берет? Не берет. Ну, понимаю, здесь не знаю, что они воткнули, если они воткнули. Как он воткнул, здесь нет, ничего не скажет.
какой-то весь. А куда он, блядь, уходит? А вот этот торчит. Это из этого, да? Да, 31-й. 31-1. Это просто конец, да? Это просто конец. Но это уже есть. А это куда уходит? Тоже в кассу? Тоже. Там еще надо смотреть. Скажи там свои. 31. Мы сейчас чекнемся.
Алло, да. О, я понимаю, конференцию сможешь проверить или нет? Я говорю. Они ближе будут. Раз. Пресс-конференции нет. Да, я говорю, а инженерам скажи А31. Один. Ой, 30.1. 30.1. 30.1. Да, смотри. Да, есть. Есть. 30.1. А. А, 31.1. И только. Сейчас, вот так. Вот так. Все, я вопнулся. Раз. Раз. Идет? Да, говорю. Раз. 551, 552, 553, 554, 555, 556. Есть, приходит? Раз, все, сдался. А, камеру проверяли? Да, камеру на пушку проверяли. Все тогда. Все. Угу. Давай. Да. Фу. Да не переживай еще. Проблемы. Коллеги, добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию по итогам матча Химки-Милан. С нами главный тренер Милана Симона Бьяниджани. Коуч, плиз, задис. But I think that it's very good game for us because
Anyway, in this situation, we are like a new team because we had to put inside Nedović and Nannali together. The day Nannali just coming for a couple of weeks, and Nedović is recovering and without good IT, so we change also our lineup. And but we played a solid game, mature game, attacking the right way, the switching defense. We build always good shot with high percentage by 2 points, or building good open shot. The problem was in defense in the first half, but also because we are maybe the only team that played 2 games against Vet. I don't know, but in the second half, playing also with the small ball, we play better defense, and then we lead the game. And I think we deserve this win because we missed only 2-3 possession where we were leading to close the game. We stop in one moment with some fouls, we become nervous, and we deserve this game because in the second half we play excellent, thinking about on the road game. Очень хороший матч получился для нас, потому что в данной ситуации мы словно новая команда. У нас вернулся Недович после травмы, также недавно присоединился Нанели, и мы их пускаем вдвоем на площадку. Также у нас травмирован Гудайтис, поэтому приходится постоянно менять пятерки, сочетание игроков. Но мы провели солидный матч в плане нападения, менялись хорошо в защите, показали высокий процент попаданий двухочковых бросков, забивали открытые. Единственной проблемой была наша защита в первой половине, и к тому же, возможно, мы стали единственной командой, которая в этом сезоне дважды сыграла против шведа. Но во второй половине мы больше играли с мячом, лучше защищались и заслужили эту победу. Мы в решающие моменты 2 или 3 владения сыграли не очень хорошо, но тем не менее здорово провели вторую половину и победили заслуженно. Вопросы, any questions? No. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Congrats. Как все? Понятно. Я понял, как его начали на проект.
Коллеги, продолжаем пресс-конференцию. С нами главный тренер Химок Римус Куртинайтис. Coach, please in English first. So the first I want to congratulate the Milan team with a good victory. So it gave us tough, and we have, I tell, bad luck in the end because we make some mistake on defense on most important player Mitsov, and so now our decisions on offense was not so good, and so it's result. Like we see. Поздравляю Милан с хорошей победой. Был тяжелый матч. В концовке нам откровенно не повезло. Мы допустили ошибку в защите против одного из самых опасных игроков Митцева и не принимали неверные решения в нападении. Можно дальше на русском. Вопрос, пожалуйста. Тренер, известно ли, что с Микки, насколько повреждение серьезно? Что с ним? Не знаю, нам тяжело играть с одним, скажем, с одним Томасом. Микки сыграл сегодня только 6 минут. Мы пробовали Петю Губанова, но он помог, как помог. Не знаю, доктора должны сказать, но это не было самое страшное сегодня, может быть, даже при всей этой, потому что мы в конце потеряли и Крокера тоже с коленкой. И это уже у нас серьезные проблемы. Я не знаю, как долго это все будет, но у нас эти потери очень важны для команды. Спасибо, пожалуйста. Как оценить первую игру Алексея Шведа после возвращения? Насколько он далек от оптимальной формы сейчас? Я играл хорошо, так как мы и надеялись. Я даже думаю, что после такого перерыва он даже сыграл лучше, чем я думал. И, ну, он безусловный наш лидер. И вся команда играла по-другому, чем мы играли без него, потому что он на себя принимает и защиту, отбрасывает эти мячи. Мы били свободные броски. Жалко, что в конце мы не додумались самый нужный бросок вообще не выбрать. А так, хорошая, очень хорошая игра Алексея. Подустал, конечно, играл много, 33 минуты. Но пару раз он просил замены, когда чувствовался. Я хотел его держать максимум, что я мог держать на площадке его. Но он был один из ключевых игроков сегодня в нашей команде. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Харрисон приснится команде на этой неделе? Да, но знаете, как с американцами сложно, должен получить визу. Я не знаю, сколько это время занимает, но примерно мы думаем, что где-то в понедельник он должен подъехать. Мы еще не знаем, в каком он состоянии. Он тренировался индивидуально, отдельно с тренером, нанимал тренера. Как бы его агент гарантирует нам, что он в хорошей кондиции. Но ему все равно надо чуть-чуть будет подучиться, что мы играем.
его первый год в Европе. Не будет так просто, он хороший игрок. Но как вольется в наш коллектив, как в европейский баскетбол, будем смотреть. А так он нам нужен, потому что приходит самая ответственная часть чемпионата, это концовка, плей-оффы. Я думаю, что он будет готов к этому. Спасибо. Еще вопросы? Нет? Спасибо, тренер. Спасибо. Thank you.